какой шикарный вид у нас из отеля. Шикарная погода, которая почти обещает быть в следующую всю неделю. Проявляются красные листочки. Но об этом мы узнаем позже. Как дурак, не слышно. Ты резвенько. Как это сделала? Ну так, резвенько. Ой. Смешно будет потом? Да, конечно, всегда смешно смотреть такие вещи. Что? Неведяная. Неведяная? Вот тут мы остановились на обед. Протопали больше, чем планировалось. Такой водопадик. И отдыхают другие хайкеры. Все довольно-таки пока не тяжело. Мой лягушонок тут идет со мной. Радостный не такой, как во Флорида Трейл. Посмотрим дальше. Угу. Почему вредина? Внизу? Удачи тебе. Медведь-то, конечно, по деревьям лазить не умеет, да. Я-то нормально, медведь не А зачем мне GoPro? Лягушонка, хрюнделя, вот посмотрите на часы, да? 3 часа дня. У него, как всегда, послеобеденный сон. Хотя, кстати, я еще не обедала. Ага, да. Послеобеденный сон. Вот мы пришли на место ночевки нашей заранее. И законный отдых. Так что мы с лягушонком будем отдыхать. Первый день оказался довольно простым. Прошли мы всего 7,1 мили и без 15,2 были уже на месте. Перепад высот был всего 736 метров, из которых 340 было вниз. Доброе утро, Стас. Доброе утро, мой сладкий лягушонок в лучах утреннего солнца. Не представляю, как я выгляжу. Выглядишь ты потом, увидишь позже на GoPro. Превосходно, как обычно. Очень хорошо, что колено плохо. Что? Камушки тут, немножко камушков. Разойдемся сейчас. Умный в гору не пойдет, умный гору. Ее надо вперед вот так опускать и не сгибать.
Хорошо, хорошо, моя дрюмножка. У меня дрюмнога получилась. Бывает. Дрюмнога не хочет сгибаться, разгибаться. Пошли дальше. Подкрепим его бифджорки. А как, жизнь на трейле? Вот такая вот колбасятина с сыром. Шаверма по-нищебродски. Да, что делать? У нас есть вода. Приятная еда. Да, Катенька, что вы делаете? У меня вообще ужас какой-то. Какой-то червяк тут лежит. Какой червяк? Хуже, чем червяк. Хуже, чем червяк. Может, тебе насыпать МНДС, чтобы раскрасить цвет жизни? Красить червяков? Угу. Вряд ли это мне поможет. Ой, какая-то. Что вы сказали? Ты снимаешь? Ага. Вырежешь? Нет, конечно. Да. Самые ценные слова надо оставлять в памяти. Пленка все стерпит. Ну как вот тут подняться? Вот сюда. Моя нога. Лягушонок, мы дошли. Скоро матрасик, водичка, шелтер и палатка, и чаек. Вот так вот. День второй оказался чуть более сложным. Нет. Что, камера дисциплинирует, что ли? Вот мы перебрались в другое место. Другое место. Тут вообще очень даже неплохо. Еще какое-то солнце есть, но у меня панель заряженная, поэтому как бы не проблема. Внимание, идет съемка. Дубль 2. Надувание матраса для мужа. Ну ладно. Вот палаточка уже стоит. А вон ботиночки сушатся. Второй день оказался чуть сложнее. Перепад высот был в два раза больше, 1340 метров. Прошли мы почти ту же самую дистанцию, 7,6 миль, но дошли уже без 23, потому что большинство подъемов было уже вверх. Лягушонок. Мой мокрый лягушонок. Третий день пути? Да, какой-то день пути. Третий, да. Пошел дождик, но в принципе... Терпимо.
терпимо. Мы неплохо, считаю, подготовились, так что посмотрим, что будет дальше. Вот такая погодка. Что такое, все-таки? Ножище. Ножище? Нехорошо. Вот такой трейл сегодня кусочек. Что это такое здесь? Погода шепчет. А на велике? Лягушонок, замерзающий лягушонок. На самом деле это и не очень холодно, он даже солнце какое-то. Солнце встает. Пар изо рта где? Нету. Третий день оказался попроще. Прошли мы 11 миль уже в 4 часа. Перепад высот составил 1400 метров, из которых 866 было вниз. Немножко ледик у нас тут. Палатку мы поставили почти на вершине самой высокой горы в Джорджии и потом поняли, что это была ошибка. Надо идти в тубзик. Такой прекрасный тубзик с видом, с самым шикарным видом. Значит, ты не пойдешь, да? Да? Окей. Привет, бабушки. Do you want me to get a picture of you too? This is camera, it's not picture. Oh, okay. Thank you. We can ask you for a picture a little bit later. Okay. Не лазай, только не спрашивай. Окей. Спасибо, мы выше всех. Джорджи. Это Джорджи? Самая высокая точка в Джорджи. Мой хайкер, мой любимый хайкер, у которого нога сегодня не болит. Будем надеяться, совсем не будет болеть. Зато немножко у меня начало болеть, но это ничего. Thank you.
очень хорошо поддерживается, он очень чистый, хорошо размечен, и постоянно ведутся какие-то работы по его улучшению. Blood Mountain, мой сладкий, ну всякие фигняшки. Сладкий мой. Мы сладкий, вот идем по этой тропе, Georgia to Maine. Вот такие деревья в Джорджии. Да. Видишь, сказочные люди тут живут. Вот в лесу живут сказочные люди. Двинь в сторону. Да. В сторону, на трейл, попробуй. Значит, где-то вода, саламандра. Где вода? Ладно, все, пускай. Нет, смотри. Не скажи. Не нужен такой цвет, ничего не нужно. Угу. Мой золотой. Без труда не вылобишь рыбку из пруда. Фоткать тебя? Фоткать? Да. Если там будет что-нибудь. Да уж, на GoPro-то там много видно не будет, но ничего страшного. А чё морщишь глазишки? Ну, я ничего не вижу. Фу. Пока что это был самый тяжелый день на маршруте. Перепадом высота 1,7 километра, из которых один был вверх. Добрались до кемпа мы только в 5 вечера, пройдя более 10 миль. Сладкий. Доброе утро, страна. Солнце встречает нас. Вон оно там пробивается. Вот наша палаточка. Такое местечко мы нашли. Вот такая морда обросшая. Сам не видел, какая, зеркала нету. Но посмотрим позже. Что? Как медведи вешаем. Покажем позже. На самом деле забыл я снять, как мы вешаем еду от медведей. Ничего сложного в этом нет. Мешок подвешивается на ветку и подтягивается на веревке. Местная достопримечательность. Камень обзора. Последние крохи нам остались. Вот такой трейл. Так что концовка непростая. Там мой лягушонок идет. Сзади. Еще же живой. Рекордный день по дистанции 12 миль, но последние 2 мили с этими камнями абсолютно полностью нас вымотали. Наиболее часто встречаемое животное на трейле оказалось саламандра. Они находятся везде, во всех родниках, включая каких-то микросаламандриков. И что ты с этой сосиской будешь делать? Грызть, как обычно. Понятно, ну хорошо. Вот у нас еще один шелтер. Мы пришли. Немного тут людей. Но все же есть. Только вот эти. Видишь? Врешь, иди ты в жопу. Сказка тоже закончилась.
Ну не снимай фонарик, шахтер. Я специально тебя хотел с фонариком снять, как шахтер. Это предпоследняя ночевка у нас. Последняя, еще одну ночь переночую, и там уже будет теплый, может быть, не очень чистый отель, но точно теплый. Шутка. Нормально, чистый. Вот такая штучка, называется Приви. Каждого шелтера. Это павильонов. Здесь вот такие тубзики. Называется по-другому. Не как у аутхаус, а просто такой навес. Тубзик. Есть дверка. И вот такая штучка. Туалетную бумажку тут не дают. Мы с тобой вот спустились откуда-то оттуда. Не видно за деревьями. Чтобы просто подняться вот куда-то туда. Даже не, все, не, видим, куда не видим, да. Ну ладно, сверху, может, снимем. Пойдем. Я ничего не понимаю, что делаю, но ладно. Ну, по-моему, ты говорил, что ты делаешь фотку. Как бы так. Вот мы забрались на верхушечку. В итоге... А сейчас нам надо... Верхушечка, красотушечка. Да, сейчас 1,6 вниз, а потом еще больше вверх. Потом 2 мили вверх. Да, чуть больше. Чуть больше? Ага. 2,5. Да. Ну все. Смотрите, мы спускаемся, как фильм был, затерянный там что-то, когда, помнишь, сказка была? Угу. Сказка о затерянном времени. Вот. Мы спускаемся в сказку о затерянном времени. В темноту, прямо в чащу. Ой, какая страшка. На самом деле, немножко не страшно, потому что скоро нас ждет обед. Скоро или нет, это, конечно, неизвестно еще, потому что что-то как-то все медленнее и медленнее мы идем, но рано или поздно он точно наступит. Тут еще немножко надо спуститься для того, чтобы потом вот туда подняться. Да, думаю, туда. Печалька. Печалька. Зато ждет обед. Возможно, тунец, салат. Или, может быть... А может, и не будет обеда. Сейчас узнаем. Вот это место называется индийская могила. И у лягушонка прострелила ногу до тазобедренного сустава. Не зря индейцы назвали это место могилой. Не станет? Ну, пошли за тунцом тогда. Внизу индийской могилы нас ждет одноглазое чудовище. Вот оно приготовилось нас съесть. Но мы на самом деле... Нет, глаз-то у него два, смотрите. А-а-а. Вот здесь мы будем поедать тунца, если найдем, конечно, его в рюкзаке. Да, очень похоже, что вот туда нам надо забраться и как-то перелезть это все. Ну... Посмотрим. Другой горы-то я не вижу. Не знаю, что это. Наверное, это вторая самая высокая точка в Джорджии. Мы, бляха-муха, на нее залезли. Сейчас мы с нее спустимся. И будем жрать рис с овощами и какой-то хренью. Грибами. Грибами? С грибами это было бы хорошо. Хорошо. 2,1 мили вниз. И все, да, там какие-то озера. Озера? Да, с той стороны я вижу.
как он упал? Он кубарем скатился. А, вот откуда он выкатился. Из он норки. Кубарем дошел, и сюда он забежал. Ну давай, иди. Вот он тоже так ходит. Ой. Нет, неправда, он не мог встать. Я тоже, знаешь, так могу. А, пожалуйста, давайте. Мы с удовольствием посмотрим. Ногами. Этот день был рекордный по высотам. 1,8 километра, перепад высот, из которых почти километр вверх. Добрались мы только к 4 часам. Что тебя не заберет машина? Да, что я домой не смогу поехать. Останешься в лесу навсегда? Нет, мне нечего кушать. У тебя пакет действительно пустой. Нет, если ты будешь хорошо. Мяса больше, колбасы нету. Нет. Но я могу поделиться с собой барами любимыми. Нет, бары я не люблю. И абрикосы. А вот моя морда. А вот солнце только начинает вставать, а мы уже собрались, позавтракали и готовы шпилить дальше. Последнее место ночевки нашей. До свидания. Следующую ночь будем где-нибудь в отельчике. Рассветик там собирается. Освещает эту горку. О, как ярко. Скоро станет тепло. Правда, уже стало тепло, потому что мы прям в очередной подъемчик. Но потом снимем курточки, положим их в рюкзачки. Многоэтажные дупла. Квартиры, так называемые. Вот там виден последний рывок недели. Сейчас чуть-чуть вниз еще спустимся, чтобы легче было потом подниматься нам. И с пупсиком там, если дойдем. Отобедаем остатки пищи. А невидимая буррито с лососем. Вот туда вниз. Сейчас вниз. И потом наверх. Я думаю, что за полтора часа мы должны это... Что такое во сколько? До 12 мы. Нам желательно до 12 туда подняться. Вон она. Чтобы спуститься, 3 часа нам хватит. Это вот мы спустились с нее. Вот пупсик еще спускается. Че? Наверх. Но по уровню вот этих гор уже довольно высоко. Куда-то там, да. Вот она. Последняя гора недели. Пупсик карабкается. Теперь он будет награжден чипсами с лососякой. И дальше спуск вниз. Конечно, холодно. Здесь же дует ветерок. Можем спуститься ниже. Можем посмотреть, что тут. Пенек какой-то. Здесь неплохой пенек. Я думаю, здесь надо. Как Высоцкий пел, выше гор могут быть только горы. Вот такой тут вид. Солнце сейчас нагреет нас. Не, я не буду. Последняя гора на маршруте. Сладкий мой отобедал. Теперь надо только вниз. Вниз и вниз. На парк. Там немножко, совсем немножко. 500 футов наверх. Вот. Туда вниз опустимся. И все. Это шашлык. Appalachian Trail шашлык называется. Вот лягушонок преодолевает последние ступеньки. Мы знаем.
Привет бабушке? Нет, не буду. Бабушка, я передам вам привет. Я дедушке привет передам. Хорошо, вот привет дедушке. Дедушке привет. И все, что ли? Ну ладно. Дикс Крик Гап. Это наша конечная точка. Мы с лягушонком практически дошли. Сейчас уже парковка скоро будет. Кнопку не нажал, парковка. Да, это не та парковка, которую мы проземлим или поставим палатку на ней. Мы сядем в машинку и поедем к нашей машинке. Да, к нашей машинке. Вот, 7 дней. 68 миль. Чисто по трейлу, плюс... Чисто по горам. Чисто, да, по хребту, гора, Палашин трейл. Не считая каких-то ответвлений, всякие павильоны и водичку. Мы это сделали с моим пупсиком. Все. Там машинку я вижу, я думаю, что для нас она уже ждет. Было бы очень хорошо. До связи. Последние ступеньки оказались, в общем-то, довольно сложными. Перепад высот составил 1,6 километра, а дойти нам надо было до 2/3. Я трясусь даже от холода. Да? Ты рада, что мы машинки приехали? Да, это наша машинка. Да, это наша машинка. Зачем ты снимаешь? Я нормально. Иди в багажник. А сам-то вот сними себя как. У меня все нормально. 2 года назад мы пробовали пройти гораздо меньше и по прямой, но использовали кнопку «Звонок деду» на 3-й день. А в этот раз мы прошли 7 дней в гораздо более тяжелых условиях, по большим горам, и это доказывает о том, что возможности человеческого тела безграничны. Потому что у тебя нет кнопки «Звонок деду» или красной кнопки на беговой дорожке «Стоп».